Во все времена наш город славился своей способностью объединяться перед различными тяжелыми трудностями. Бичане формировали общую мощную силу, противостоять которой не могла ни одна даже самая сложная проблема. Были это джунгары, фашисты. Тяжелое послевоенное время 40-х-50-х годов жители Бийска всегда оказывались готовы прийти на помощь друг другу и своему городу в противостоянии страшным напастям. Славился Бийск и неравнодушными меценатами-купцами, которые вкладывали свои деньги в его развитие, в комфорт и образование его жителей. Сегодня, когда идет непримиримая борьба с коронавирусной инфекцией, когда огромные силы и средства страны брошены на это, а наши медики работают практически круглые сутки, многие бийские организации, предприятия и индивидуальные предприниматели в лучших городских традициях продолжают эстафету меценатства. В том числе, благодаря и их помощи, ковидные госпитали продолжают снабжаться продуктами, посудой, постельными принадлежностями, нужными электроприборами и многим другим. Такая поддержка позволяет многим бийчанам выйти победителями из этой страшной борьбы с коронавирусом. Огромное спасибо руководителям и сотрудникам этих предприятий, индивидуальным предпринимателям, которые не прошли мимо человеческой беды и вместе со всей страной встали на борьбу с коронавирусной напастью. Вместе мы сила, вместе мы победим!